День физкультурника в России начали отмечать еще в далеком 1939 году. Широкое распространение он получил после внедрения лозунга «В здоровом теле здоровый дух». В советские времена спортсмены были одними из самых знаменитых людей в стране. После распада СССР спортивная тематика немного отошла на второй план, но в последние годы спорт и все, что с ним связано, снова начинает набирать популярность. 9 августа на стадионе «Металлург» жители Ленинского района отмечали этот замечательный праздник. На нем присутствовало много молодежи. Ленинский район гордится своими спортсменами и славится спортивными мероприятиями. На нашем счету масса удачно проведенных событий национального и международного масштаба. Поэтому День физкультурника – это всегда важное событие. Разрешите вас всех поздравить от имени главы Ленинского муниципального района Сергея Николаевича Кошмана с этим замечательным праздником. Ура! Я от души вас поздравляю с нашим профессиональным праздником. И хочу, чтобы вот на сегодня на футбольном поле вы показали то, что вас заложено вашими тренерами. В празднике принимали участие почти все поселения района. Спортсмены соревновались по четырем видам спорта – мини-футбол, стритбол, шахматы и шашки. Помимо этого, в рамках 9-й спартакиады городских и сельских поселений Ленинского района состоялся турнир по легкой атлетике. В нем ребята сразились в кроссе, прыжках в длину, метании мяча. Участниками Дня физкультурника стали как профессиональные спортсмены, так и любители. Просто мне нравится. Для удовольствия играю. Ради здорового образа в жизни. А некоторые участники уже состоявшиеся спортсмены, и своим примером они призывают молодежь заниматься спортом. Анастасия из совхоза имени Ленина в прошлом году стала серебряным призером в чемпионате мира по лыжам-роллерам. Хотя сама девушка считает свой результат неудачным, ее достижение заслуживает похвалы. Почаще бы и побольше проводились такие соревнования. И для населения, для людей, для здоровья. Сегодня же праздник, День физкультурника. Вообще, надо отметить, что совхоз имени Ленина является одним из ведущих спортивных поселений района. Широко славится их фитнес-зал, а в честь Дня физкультурника к открытию готовится новая спортивная площадка. Наши спортсмены – это такой достаточно хороший пласт населения, который постоянно уделяет внимание себе, своему здоровью, и они же показывают пример другим, потому что в нашем поселении спорт развит хорошо, и очень многие люди пытаются заниматься спортом везде, на всех площадках. Помимо молодежи, в Дне физкультурника принимали участие и пенсионеры. Василий в прошлом мастер спорта по легкой атлетике. На этом турнире он соревновался в четырехборье. Недалеко от них не отстаем от молодежи. В честь праздника управлением по делам молодежи, культуре и спорту были вручены почетные грамоты тем, кто изо дня в день возрождает в нашей стране любовь к спорту. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ.